Всем привет! С вами Кьюзи и канал ABCDQ и оператор Аким. Я сегодня хотела рассказать про наших птичьих соседей. Вот тут висит скворечник, если видно. Видно, Аки? Вон где-то. Там видно, наверное. И еще вот этот дупло. Березненькая такая. Вот видно тут дырку, Аки? Ага. Смотри, видно все. И вот тут мы уже два раза за день, когда они снимали видео, птичек. Два воробья. У нас вон там на столбе еще живет Егор Степанович. Вон на том столбе. Наверное, не видно. Егор Степанович, это. Ну, у короче, нас... вон там, вот, на это столбе. У нас, да, это у нас дятел такой. Прилетает. Вон, часто... если видно, вон там. Да, часто прилетает. Я хотела рассказать, что, как мы вообще создали вот этот скворечник, какой, наверное, вряд ли видно, но как-то видно. Видно? Угу. Видно все хорошо. Угу. Ну и, в общем, как видите, он с наклейками. Две наклейки уже оторвались, он выцвел за дождя. Но все равно он красивый, такой, бирюзового цвета. Мы его построили, нам его построил дядя Вова, не запинаюсь, говорю. Мы его потом покрасили. Кто такой дядя Вова, я расскажу только когда вы наберете 20 лайков. Я, насколько знаю, вы еще даже не ставили лайки на втором видео. Поэтому, пожалуйста, наберите лайки. И мы расскажем про отца Друни и про полное описание дяди Вовы. Ну вот, в общем, вот такой красивый скворечник мы построили. И с вами был канал ABCDQ. Оператор Аки, Кьюзи. Всем пока!